Выходим в столовые районы. Да, сказали, будем выходить потихоньку. Ну что, парни, все? Через 10-15 минут трогаемся, да? Ну все, счастливо. Счастливо. Пьяло два фактора. И два человека, и Долик. Вот это Бибер, вот это Долик. Поэтому, как только военным будет трудно, то они встанут и преградят путь украинской армии.